Француженка решила отдохнуть в России, а друзья ее говорят: слушай, ну ты не пей с русскими, а допустят тебя по кругу. Приехала она, отдыхает месяц, не пьет. Под конец отпуска русские говорят: но грех не выпить-то на посошок. Согласилась, выпила, жахнули они ее все. Приезжает она домой и рассказывает: блин, у них праздник есть такой, называется посошок. Посмотрите, что это за праздник. Посмотрели они все книги, энциклопедии, все перерыли, ничего не нашли. И говорят ей: слушай, ну нет у них такого праздника. Есть слово похоже, называется посох. Она говорит: ну, а это что означает? Они говорят: палка в дорогу. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.